Переоборудовала свой старый вольер. Сделала вот из старых клеток вот такой вот выносной вольер. Вперед он выдвигается из старых всяких штук. Длинный. Вот для малышей, для веерных. Вот они сидят, два крохи. Пока еще не очень закончен. Будет еще крыша от дождя из андулина с той стороны немножко. Вот, как видите, у них есть вход во внутренний вольер. Там клетка. Вот такая вот клетка, в которой они могут спрятаться пока что от дождя и от метра. Сделано это для того, чтобы они были отделены от вот этих вот гадов. Вот эти вот каяки, товарищи, два сидят. Крайне агрессивные личности. Вместе они сидеть не могут. Вот. Для каяков тоже будет здесь выносной такой маленький помещение, чтобы они были на солнышке. Сейчас у нас где-то 10. Солнце после часа зайдет туда. И останется только вот здесь, вот в этом месте. Поэтому нужно делать выносные вольеры. Еще хочу показать предбанник, который я тоже вчера сделала. После того, как улетел Моня. Вот открывается первая дверь. Как видим, там есть вторая дверь. Вторая дверь открывается только после того, как закрывается первая. Вот первую мы закрыли. Опа! Вторую мы открыли. Каики, привет! Малявки вредные. А здесь такой вот вольер для каиков. В принципе, он не маленький, он закрытый. Единственное, я говорю, что вот солнце, ну вот немножко еще солнце есть, да? Если они вот сядут на эту жердочку, в принципе, солнце еще есть. Через час его уже здесь не будет, поэтому нужно делать такой же выносной вольер, как вот для веерных. Туда, в сторону. Вон он, веерные на солнышке сидят. Хорошо им. Так что, вот. Где ты тут? Фига ты приземлилась у меня. Нормальная фигня, а? Ну-ка присядь туда. Столько жердочек, ты на стену садишься. Молодец. Крутышка. Вот, и такие вот двери у меня теперь в каждом вольере. После Мони. Моня меня, блин, довел до белого колени. Все, теперь никто у меня никуда не вылетит. Закрыли. Открыли. Вышли. А вот так.